Красноярский дрифт на «Жигулях». Водители сегодня с иронией обсуждают в сетях попытку дрифта на ВАЗе. Все произошло вчера вечером на остановке «Космос». Водитель на голубых «Жигулях» при повороте на перекрестке ушел в занос. Не справился с управлением, и машина стала вилять по дороге. В результате автомобиль оказался на встречной полосе, едва не спровоцировав аварию. Но все обошлось.